посылка от Dagger. За ножом. Товарный чек. Вкусняшка. Наклейка. Ну и самое интересное. Ух, какая коробка классная. Смотрите. Еще не открывал. Была когда-то Миля. И она, в принципе, мне нравилась. Сильный нож. Но на кармане всегда, кто понимает, о чем я, когда руку в карман засовываешь, всегда мешало у Мили там, где у нее. Вот здесь. Эта часть, потому что клипса всегда была или с этой сверху, всегда как-то это неудобно было. Единственный недостаток Мили это был то, что клипсы не переставлялась сверху вниз. А этот нож очень похож на Милю. Когда вот он у Даггеров появился, сразу захотел его приобрести. Так, смотрим. Так, я сейчас чуть-чуть наклоню. Упал бы телефон. Заказал в черном полностью цвете. Ух, класс. Надо было белую футболку одеть. Ничего не видно. Слушайте, нож шикарный. Во. Стреляет хорошо. Блин, не видно. Как бы так... А, во. Руку свою поставлю. Отличное замещение мили. Реально классный нож. Клиночек по центру. Ни хрена. Слушайте, супер. Сделано прям. Ну, теперь у меня два от Dagger. Интересно, было бы прикольно сделано, если было как у здесь, с флиппером. Что-то я привык так к флипперу. Ну, хотя это, на подшипники хорошо выходит. Все, всем пока.